Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. «Магнит» откроет распределительный центр к сентябрю. Работы в Юрианском районе неподалеку от села Загарье завершаются. Центр будет обслуживать более 400 магазинов розничной сети в Кировской, Архангельской, Вологодской и Ярославской областях. Сейчас идет набор персонала, пишет «Навигатор». В строительство распределительного центра краснодарский ритейлер инвестирует порядка 1,5 миллиарда рублей. Большие надежды на проект возлагают власти Юрианского района, поскольку он должен создать до 1500 новых рабочих мест. По стране у «Магнита» 23 распредцентра. Программа «Экономика». Кировчане в этом году 10 раз жаловались на коллекторов. Такую цифру озвучили в службе судебных приставов. По ее данным, кировчане жалуются на то, что коллекторы звонят им чаще, чем положено по закону. Один заявитель сообщил, что не является заемщиком, но почему-то у коллекторов значится как должник. С января этого года коллекторской деятельностью могут заниматься только организации, включенные в специальный реестр. Им запрещено угрожать гражданам, портить имущество, оказывать психологическое давление. Взаимодействовать с должником нельзя с 22 часов до 8 утра. Звонить можно не чаще раза в сутки. А должник может отказаться от общения с коллекторами, правда, не раньше, чем через 4 месяца со дня образования просрочки. Для этого надо написать заявление. Экономика на 101 FM. Как УБА увеличит отчисления в бюджет, областная казна получит 180 миллионов рублей или в 7 раз больше, чем в прошлом году. По данным бизнес-новостей, в Кирове это стало возможным благодаря новому корректирующему коэффициенту, который применяется для расчета части прибыли, перечисляемой в областной бюджет по итогам работы в 2016 году. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 59,58, евро стоит 67,68. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.